Всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди, и угадайте, что мы сейчас здесь с вами делаем, ребят. Я думаю, вы догадались. Правильно, мы с вами будем донат делать. Пока что 100 голосов еще проведем. Да, у нас будет скоро донат, вот такой донат у нас будет. Будет мега круто. Рассказывайте друзьям, ставьте палец вверх, и мы с вами обязательно продолжим донатить на игры, также на Вормикс. Надеюсь, это видео наберет много-много пальцев вверх, больше 300, больше 500. И мы с вами задонатим еще. Я думаю. Да. А, хорошо. Так, у нас есть рубины. Правильно, да? Да, донат мы сейчас пройдем. Но изначально... Давайте заглянем в наш клан. Клан. Так, я зашел сюда. Мы сейчас будем оружие с вами покупать. У нас сейчас 10 человек здесь. Руслан Кудашкин. Правильно назвал, надеюсь. Очень много рейтинга принес. Молодец. Я тебя выделяю. Так, клан казна. Давайте посмотрим, что у нас тут в казне. 20 голосов. Давайте 20 голосов еще задонатим на клан. Отлично. 72 рубина. Еще 10 голосов задонатим. Все для вас, ребят. Сейчас мы клан немножко расширим. Со временем будем продолжим расширять клан. Это безусловно. Спасибо, что, ребят, остаетесь со мной, что делитесь видео ВКонтакте. Что такое? Что-то не получилось. Ладно, мы сейчас получится. Вот. Что рассказывайте своим друзьям в моем канале, потому что я замечаю, я слежу за статистикой, и на мой канал приходит все больше и больше людей, больше народу. Я просто, блин, очень сильно вам благодарен за это. И дальше будет круче, я вам обещаю, ребят. Ну а что мне еще делать? Только вы у меня самые лучшие, ребят. Ну что ж, давайте смотрим. Что у нас тут? Казна 106. Рубинов. А, мой вклад, смотрите, тут написан даже вклад. Кто сколько вложил. Прикольно. Так, тут всякие события. 72 рубин, 34. Ага, все увидят про меня. Стоимость медали. От 1 до 10 рубинов в казне должно на 20 медалей. Так, ну-ка, допустим, один. Стоимость медали. Ну, сейчас посмотрим, я не знаю. Как это рассчитать? Да, у нас в казне будет. Рубины, медали и все, что вы захотите, ребят. Так, только сначала мне надо разобрать, как расширить клан, ребят. Так, клан. Его же как-то можно расширить? А, вот настройки, неужели? Увеличить на 50. А, увеличить за 50 рубинов. Вместимость клана плюс 10. Офицерских позиций плюс 2. Ну, давайте. Из казны или из моего счета? Давайте пока что из казны сделаем. Рассказать друзьям. Давайте расскажем. Пускай знают. Следующее увеличение будет за 100 рубинов. Но это будет попозже, ребят. Мы не будем торопиться, постепенно будем с нарастающей силой с каждого видео будем немножко увеличивать наш клан. Потому что я еще хотел оружие прокачать, это нам надо по-любому сделать. Давайте, кстати, вот, чтобы меня не приглашали, потому что мне сейчас некогда. А, я почитал ваши комментарии, нам надо собрать мухобойку. Так. Телепорт увеличить, левис. Вот большой левис. Давайте... Он каждое попадание во врага снижает его броню на 2 до конца хода. Я думаю, это будет круто. Давайте возьмем. Дороговат, но что поделать. Не будем рассказывать. Что у нас тут? Сейчас пробежимся по самым основным. Я еще хотел вот эту кошку взять. Он 21 левел нам нужен. Пока что поднакопим. Замедляет поврежденных врагов на 2 хода. Увеличенный урон. Давайте возьмем.
Отлично, пока это не будем собрать, пока что с этим побегаем. Так, так, так. Облегченный сюрикен, можно бросить еще один дополнительный сюрикен. Давайте прокачаем. Отлично. Что из этого качать? Пишите, ножи мастера лучше, либо же сюрикены мастера. Пишите в комментариях, я это обязательно читаю, смотрю. Тут я прокачал липучая взрывчатка, не знаю, это, наверное, лучше. Липучая отрава. Можно было прокачать. Тут стоит прокачать мортиру или нет? Пишите в комментариях также. И что лучше прокачивать? Так, пока что не будем качать. Тоже пока что не будем. Но обязательно прокачаем. Мы вообще все прокачаем, я думаю, со временем. Так, нам надо 21 левел. Мы сейчас еще поиграем, чтобы заработать. Так, а с какого левела? С 24 будет доступно. Ну, также можете советовать, что качать. Но все равно, когда-нибудь возьмем 24 левел. Вот, мне писали, что лучше взять не слонобойку, а лучше мухобойку взять. Очень много. Про мухобойку читали больше положительных отзывов. То есть, мнения вообще разделялись, но все же мухобойку как-то больше полюбили. Давайте возьмем мухобойку. Отлично. А, тут пока что не знаю. Нам надо сейчас взять левел новый. Вот эту тоже хочу взять. Давайте уже возьмем новый левел. Для этого нам надо будет поединки. Поиграть случайный. 2 на 2. В конце видео мы продолжим что-либо покупать за рубины. Кстати, мы вклад забыли сделать. Давайте пойдем сюда. Так, что у нас там? Пока что 10 человек. Казна. Стоимость медали. Давайте один пока сделаем. Я не знаю, что такое. До следующей медали. До следующей медали 1000. Вы уверены, что хотите выставить новую цену за медаль? Да. Медаль заработана 0 пока что. Я не знаю, один рубин это нормально или нет? Или стоит больше? Потому что, блин, а если слишком много будет... Я просто не знаю вообще. Объясните, пожалуйста, ребята, кто-нибудь внятно, как вообще тут, что делать. Чтобы банкротом не стать, чтобы как-то, допустим, я вот в казну стоимость медали делаю, это потом, видимо, человеку уходит. Я потом сделаю больше, конечно, у нас вообще будет от 1 до 10 рубинов в казне. 20 медалей. Медаль заработана 0. Потом посмотрим. Пока что вот так будет. Ну, ожидаем соперников. Надеюсь, кто-нибудь будет со мной играть. Вообще много идей, много планов. Благодаря вам всем. Я думаю, я осуществлю все свои планы. На 100 тысяч подписчиков я хотел вообще приехать в другую квартиру. Буду посвящать больше времени вам. Так, а, вот я хожу. Прыжок. Так, за какую я команду играю? Мне надо желтых бить. Желтых и синих. Тут меня, возможно, вообще убьют. Времени слишком мало, поэтому... Поэтому давайте вот так, что ли, сделаем хотя бы. Они-то хорошо играют. Вообще можно было потопить, конечно же, их. Сейчас посмотрим. Надеюсь, мой союзник меня не подведет. Надеюсь, он хорошо играет. Желтый, значит, мои соперники и синие. Ты погоди у меня. Прыжок. Бандит ходит. Ладно, сейчас немножко разыграемся. Я думаю, мы с вами затащим, я надеюсь. Вау, конечно же он хочет меня скинуть. Его цель, я думаю, будет утопить меня. Сам себя заморозил. Отлично. Вообще бы стоило
Паучка бросить на синего, я думаю. Так, что он тут будет делать? Матвея вообще нафиг стоило скинуть. Как он это делает? А, сходу ударил его. Так, что он планирует сделать? Затопить! А я затоплюсь, нет? Вроде как не должен. Вообще-то, я думаю, это было опасно. Как-то опрометчиво. Ну, сделает он дырку и чё? Ну, убьет он бандита. Жду приказа. Смотрим, кто как играет. Хочет выбраться? Я не знаю, что он хочет. В ямку даже попался. Вот тебе. Зеленый. Ух ты, что, нифига себе. Вот тебе. Шокер крутой. Да, сэр. Прыжок. 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 Да что ты, блин? Прыжок. Ладно. Что могу вообще тут сделать? Сделаем так. Я какую-то фигню, мне кажется, сделал. По крайней мере, я буду лечиться. Колян будет погибать. Желтый пишет. Криса. Криса. Нет Крисов. Есть такой автомат Крисы. Можно вот так сделать. Прыжок. Так, и что-то он хочет. Не хочет меня немножко побить. Кстати, я забыл, кое-что хотел сделать еще. Я хотел... Я сейчас покажу, потом кое-что купим. Конечно же, я погиб. Так, у меня еще один перс остался. Может быть, вообще стоит сдаться. Давайте, знаете, что, сдадимся. Блин, 50 фузов, да фиг с этими фузами. Знаете, что хотел еще взять? Пока не забыл. Так, прокачать кое-что нам надо. Я вот тут подумал, все-таки, наверное, лучше защитного, да, взять раствор. Дополнительно увеличивает атаку на 30%, либо же защиту. На 30%, я так понимаю, навсегда. Все-таки давайте тебя возьмем. Вот, так мне как-то поспокойней. Так, а... Гладиаторская арена. Я думаю, там будет жестоко. Дуэли случайные. Выигрыш, рейтинг 100%. Давайте все-таки попробуем. Я думаю, сейчас мы затащим. Если нам не получилось в тот раз, сейчас, я думаю, должны затащить. Я надеюсь. Смотри, кто попадется. Так, ожидаем соперника. Скрестим пальцы, лишь бы повезло. Да я тоже, блин, туплю. 50 опыта всего лишь нам не хватает до 21 левела. Сейчас мы возьмем 21 левел. Подождите, пока сервер подберет вам противника. Ладно, подождем. Так, отлично, я так понимаю, подобрали нам все-таки игрока. Ну же. Теперь ожидаем игроков, ну. Ну, ну. Хвостик такой, смотрите, дымится. Пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш, потом взорвется. Так, я за кого играю? Я за красную играю. Ох ты ж, блин. Тут Алина есть.
Что мне тут делать? Я даже не знаю. Думал, думал, гадал. В результате сделал какую-то фигню. Надеюсь, меня не выкинут. Так, а где мой второй? Посмотрим, где второй перс. Вот он, Илья. Его можно легко утопить, Илюху. Да, промечиво. Но меня будет сложно отсюда достать. Это Илью, Илью, Максу можно. В принципе, я Макса могу затопить. Попробуем. Лишь бы эти переходы были быстрее. Жду приказа. Долго грузит. Желтый ходит. Потом будет ходить красным, потом синий, я так понимаю. Ты погоди, прыжок. Вот тебе. Надо... Неужели будет топить? Я, значит, падаю к первому, да? Сюда? Нифига себе. Как я так отскочил. И топить будет. Вау. Вау, вау, вау. Давайте команде напишем. Мочи синего. Он пишет, что, чтобы я синего мочил. Ну-ка, ну-ка. Ну, ёбы, я не успел. В атаку. Поставит ли он мне балку, нет? А кто следующий? Следующий будет синий ходить. Вот. Синий, я не знаю, он... Он будет топить его. Он надеется, что он скинется. Как-то не очень. Только синему будет проще добраться до Илюхи. Надеюсь, он не доберется. А, попытается добраться. Это его шанс. Хватит ли у него времени? А, конечно, хватит. У меня будет шанс их вообще затопить. Ох ты. Помогает Максу. А вот мне надо улететь отсюда. Вертолетик. Да... Хреново мне. Крутяк. Игра-то нехорошо. Прыжок. Месть. Ну и что тут сделаю? Ну-ка, ну-ка. Улетело. Хреново наши дела. Все зависит от красного. У него еще два перса. Ух ты, какой сильный перс. Перчатки меня на время выручат, я так понимаю. Походу дело хана Илюхи. Прыжок. Ладно, посмотрим на этот. Прыжок. Проигрыш.
Нифига себе. Вот тебе. Эпично. Цель обнаружена. Вообще, постараюсь сейчас их сбросить всех. Если получится. Хотя нифига у меня не получится, блин, а что я тут сделаю-то? Мишу, Макса можно было сбросить. А, я за тебя, что ли, хожу? Ух ты, блин, я и не понял. Значит, красный вышел. Да, нам тут действительно делать нечего. Блин. Что ж так плохо-то? Почему я так играю-то? Хреново. Мне бы команда бы хорошая попалась бы. Да, у нас шансы все уменьшаются и уменьшаются. Спасет только Донат. Он боится, что мы его затопим. Дошел, смотрите. Добрался-таки до меня. Прыжок. Месть. Цель обнаружена. Я его не видел. Я забыл про охранника. Даже не достал. Не туда приземлился. Он, наверное, забыл, что это не его команды, вот эта защита. Поджарил немножко. А ты у нас кто, атакер, да, больше? Там больше атакер. А, я опять хожу. Не знаю, давайте овцу попробуем. Ах ты, блин, дурацкая перчатка. Ребят, я понимаю, вы думаете, вот я нуб. Да, ребят, я такой. Будет время, обязательно буду хотя бы день посвящу Формиксу и буду круто играть, пойму все фишки и фиг меня, когда кто победит. Кому-то это не нравится. Как ты так играешь, как ты так можешь играть? Все, ты меня достал. Прыжок, прыжок. Прыжок. Прыжок, прыжок. Так, где мое крутое оружие? Вот это. О, месть, прыжок. А, начинаю все под воду уходить. Может быть, это мой шанс. Еще надо было охранника поставить. Что-то я вообще туплю. Ладно, давайте сейчас тактику сделаем. Мне нужен охранник сейчас. Это по-любому. Также по возможности кого можно затопить. Может, Влада? Давай. Эх ты, блин, не успел. Хорошее расстояние, в принципе, большое. Долетит, нет? Чтоб ты не долетел. А, он другого, он в Андрея будет. Вообще балку поставим. Так, охранники есть?
Давайте поставим охранника. Так, передадим ход. А я не могу передать ход. Хорошо. Делаем хотя бы так. Что-то два охранника, интересно, почему. Самое главное, чтобы дракошу не затопили, хотя... Это сейчас очень просто сделать. И они заберут, конечно же, мою маску. Сейчас, наверное, их не план будет затопить меня. Или просто, чтобы я не ходил. Вот тебе. Он пытается немножко отойти от меня. Прыжок. Прыжок. Месть. Прыжок. Цель обнаружена. Так, и что я тут сделаю? Собираем вместе их. Следующий Андрей ходит. Будем их издалека бить, ну а что еще делать? Хочу вообще, чтобы, блин, потопили осяне уже. Да, сэр. Еще надо сделать так, чтобы они хрен ко мне подошли. Посмотрим, что он будет делать. Андрей убивать. У тебя ничего не получилось. Что он хочет сделать? Там переписка какая-то. И какой в этом смысл? Так, кто сейчас ходит? Сейчас, по идее, я должен ходить. Хватит тренить у меня времени. Прыжок. Так, и у меня еще есть. Немножко его поджарить. Прыжок. Прыжок тебе. Слишком мало осталось, блин. Сейчас будет ходить. Влада, в принципе, может, потопим. Мишка ходит. Меня сейчас легко будет потопить вот в этой водичке. Цель обнаружена. Алина ходит. Передаст ход. Вперед, прыжок. Снизу будет бить. Пытается рассчитать липучкой. Я остался стоять. Бандит. Так, давайте посмотрим, поближе подойдем. Так, ладно. Один потоп. Но мне сейчас хреново, конечно же. Еще бы Мишку погубить. Можно на урон попробовать его.
Но у меня два перса. Мне пока что нормально. Жду приказа. У него сейчас главная задача мне все-таки потопить, я думаю. Вот в эту сторону. Вот тебе. Чтобы тебе ничего не получилось. Вот тебе. Так, кто сейчас ходит? Сейчас, наверное, Андрей будет ходить. Надо его заморозить, эту собачонку. Давай уже. Жду приказа. Ладно, не пожалеем. В атаку. Поставим льдинку. Так, возьмем НЛО. Ну, конечно, он меня будет скидывать, наверное. Фу. Да, но сейчас, я думаю, он уже не лоханется. Андрей, в принципе, он тоже может в эту сторону скинуть. Мне надо было прыгнуть сюда, вот в канавку. Так было бы более правильно. Переходы закончились, я так понимаю. Да, закончились переходы, ребят. Так что он будет сам вкарабкиваться. У меня еще авиаудары есть. Давайте посмотрим. Так, еще один хороший авиаудар. И все, по прыжок. Сути. Нашел прыжок. Прыжок. Подлечиться могу. Прыжок. Вот этой пушкой можно пользоваться. Неплохо. Отлично, меня откинуло. Так, давайте попробуем. Вау! Что я наделал? Вот как так можно было? Пипец. Пипец просто. У меня слов нету. Я лоханулся. Так, у меня же еще было один ранец. Ранец бы мне помог. Так, и что я тут сделаю? В принципе, можно будет. Ух ты, я сам себя выкинул тоже. Что ж ты будешь делать? Что я творю? Мишку-то мы убьем уже. Алина меня может сейчас легко убить. Так, что там у тебя осталось? Сейчас пробует меня выкинуть просто. И он знает, как это сделать. Огонь! Зачем он это сделал, я не знаю. Так, подлечимся мы потом. Прыжок. Вот тебе. Так, ну теперь кто кого убьет? А сколько у меня здоровья-то? Неужели я проиграю? Да, да. Он
еще и подлечился. У меня 163 прыжок. Здоровья. Прыжок. 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 Бой. Что он запланировал? Прыжок. Чтобы у него не получилось. Неужели, ребят, я не знаю, зачем он так сделал. Но я выиграл. Спасибо. Так, рейтинг 15. Давайте в меню пойдем. А опыт? Почему мне опыт не дали? Пятидесятый рейтинг. А, опыт только за миссии можно. То есть в другой серии, ребят, мы с вами продолжим. В общем, вот такой донат у нас был, самое что интересное. В принципе, все, что хотели, взяли. Правда, не все опробовали. Так, тебя бы еще взять, наверное. Давайте тебя тоже возьмем. Рассказывать не будем. Это уже с 24-го будет. Левел доступно. А, грабер 55 возьмем. Говорят, вы мне говорили, не стоит брать эту смертоносный бумеранг. Урон увеличен на 10 единиц. Второе попадание по врагу сбивает его шапку. То есть, если правильно рассчитать, можно шапку легко выбить с противника, если умело это делать. А, криогенная базука. Нам уже не хватает. Попозже мы все это, конечно, испробуем. 32 тоже не хватает. Так, что у нас тут? Участники прибавились. Да, на 2 больше стало. Отлично. Казну я тоже побросил. До следующей медали. Так, кто-то уже стал зарабатывать. Медали, я так понимаю. Медаль заработала 0, можно обменять на рубины. Медали выдаются автоматически за каждую заработанную 1000 рейтинга. За каждую 1000 рейтинга будет медаль выдаваться. А казна у меня сколько сейчас? Информация в казне. Стоимость медалей 1 рубин. Казна 56. Общий рейтинг приносит. Так, ну пускай, в принципе, я думаю, это же нормально, да? Стоимость медали одна. Так, ребята сейчас будут стараться зарабатывать рубины. Потом увеличится казна. Пока что так, ребят. Пока что так, ничего менять пока не буду. Так, ну что ж, давайте на этом закончим. Мы обязательно с вами продолжим играть в Вормикс, побеждать боссов. Может быть, не очень хорошая серия получилась, но, по крайней мере, донат у нас крутой. В следующей серии постараюсь все-таки добить новый уровень. Возможно, донат будет прям очень-очень скоро. Посмотрим, ребята, еще. Пока что прощаюсь, с вами Ладарид, всем удачи, всем до скорого, пока-пока.